с тобой сделали. Да, то же, что и ты. Дали мне свободу. Когда-то ты учил меня, что призраки не ломаются. Теперь я хочу спросить тебя еще раз. Любого можно сломать, Элиас. Мог бы спросить своего дружка Аякса. Ну, если бы он еще был с нами. Хватай его стул! Хватай его стул! Давай. Сюда этого ублюдка. Что, так все и закончится, Элиас? Ты выбросишь меня из самолета? Ты мне все расскажешь о раскопках в Сан-Диего. Ты что, спросишь меня, лейтенант? Конечно. Отвечай, Рок. Ты вправду считаешь, что можешь меня сломать, Элиас? Подходите! Ну же! Вот и я! Логан, ко мне его. Это конец, Рорк. Мы победили. Ты меня не победил, Элиас. Ты только что очень облегчил мне работу. Нихрена себе, вот это фантастика. Если выберешься отсюда. Запасное место есть всегда. Вот так вот. Какая фантастика. Ну что ж. Так. На чем можно спланировать? А, так я с парашютом был все время. И что, и мое безжизненное тело сейчас приводнится или как приземлиться, повиснет на дереве. Вот так. Уже что-то. Ну что, режем стропы. Раз. Два. Ну, сюда пойдем. Всем выйти на связь. Слышишь, я с Мариком. Отлично. Киган со мной. Выжили, значит. Логан. До посадки я видел только, что он на дерево летел. Ай-яй-яй. Твою мать, ложись. Похоже, у нас тут гости. Что, змея? Змея. У нас тут гости. Логан, если слышишь меня, постарайся найти место окружения. Продвигайся тихо, тогда точно нас найдешь. Ты справишься, сынок. Черт, это что было? Землетрясение. Может. Но я бывает ошибаюсь. Вокруг все еще шныряют патрули. Так. Мне эта штука нужна. Куда двигаться-то? В каком направлении? Пауза на вистах! Умрем,
Так. Это было прекрасно исполнено. Где мне вас искать-то? Карта есть? Объединиться с призраком. Где вот вы ходите? На. Спокойно. С глушителем. Так, если я поменяю, мне как потом быть? Блин. Да и... Нет. Все-таки без модуля тоже долго не выживу. Так. Без модуля туда. Обойти. Так, смотрим. Ай-яй-яй. Так, еще один где-то должен быть. Кто? Не получилось, да, без шума-то у меня? Секс. Логан, наши датчики засекли твой сигнал. Мы почти рядом. Это хорошо. Только почти это не считается. Надо, чтобы рядом было. Нашел вас. Мы слышали выстрелы. Прицел. Видите, как цел. Я знал, что ты нас найдешь. Еще бы. Слышь, мы тебя видим. Как начнется заварушка, сиди тихо. Логан, давай. Ну как? Вам понравилось? Парни, вы готовы? Мако заберет нас в 2 километрах отсюда. Это еще что? В любом случае, просто так не сдаемся. Будем действовать тихо и быстро, попадем домой. Пошли. Пойдем. Похоже, вертолет впереди нас. Слышу, да, каньоны явно будут и все карты. Значит, используем их в свою пользу. Вертолеты. Сброс припасов. Кажется, они уходят. Ждем, пока все свалят. Ждем.
Так. Так, кажется, уходят. Идем вверх по ручью и не шуми. Марко, слышишь меня? Мы уже на полпути. Пока идем вдоль реки, но на месте будем. Врагов не видно, все. Они убежали, что-то погрузили и убежали. Тут еще кто-то возвращается. Мы можем спрятаться за водопад. Вперед! Дай. Затаись, пусть пройдут. Не шевелись. Поторопимся, пока они не вернулись. Пойдем. Не будем вступать в бой, тебя послушаю. Раз уж ты призрак. Так, держать. Мы почти у реки. Еще чуть-чуть. Так. Еще. Он в курсе, что впереди кто-то есть? Справа. Не высовываться. В бой вступать только если заметят. По моей команде. Так, пошли. Живее. Черт, к бою! Блин, ладно. Все чисто. Их значит немножко. Значит их немножко. Я не собираюсь там ползать. Сейчас их перебьем по-быстрому. Ну вот так вот. И пойдемте побыстрее уж. Чем лазить здесь по камышам. Ты это слышишь? Ого. Вертушки над нами. Ждем у опушки. Пусть пролетят. Идем тихо, не светимся. Встречаемся на гребне с той стороны. Мы почти у реки. Хэш, вызывай. Ни хрена себе, мы не проскочили. Мы у реки и... Это ракета. Командир, запущена ракета. Парни, руки распустите. На. Не с места. Куда тут можно на место? О, чуть не размотали нас. Чуть не попались. Что, нам не туда? Пожите, я гляну. Откуда-то отсюда был запуск сделан. Вон они улетают, вертушки. О-о-о. Сталкер, ракеты в воздухе, время не во время. Где вы сейчас? Мы бежим. Как это, брат 2? Ты где? Бегу. Видеосвязь установлена. Прием неплохой. Этот говнюк не мог далеко уйти после того, что сейчас натворил. Конечно, не мог. Беги. Можем промокнуть.
Все прыгаем! Вот это да! Прыжок! А вот если там камни были бы, что бы было бы тогда? Почему не продумали вот этот момент? Ой, мой песель, как же я тебя люблю, Собакин. Собакин, вот мы и встретились. Нарад официально заявил, ракета, запущенная из Юкатана, не нанесла удар по США. Куда она делась? Именно это, парни, вы и должны выяснить. Операция «Циферблат». Штурм комплекса Федерации Ванда. Там мы получим нужную информацию. Вам необходимо проникнуть в комплекс и собрать любую информацию по ракетной программе. А как же ваш старый друг Рорк? Он от нас не отстанет. С Рорком мы разберемся. А пока главный приоритет – «Циферблат». Понял. Будет сделано. Циферблат. Циферблат. 20 июня. Год-то не указан. 22:35. Уходим. Кик, мы добыли вражескую форму и сейчас направляемся к их КПП. Угу. А я хочу проехаться, можно? Позицию КПП и ждем возвращения патруля. КПП впереди. У вас 10 минут на то, чтобы оказаться внутри черной птицы, когда мы вырубим питание. Вас понял. Давай. Вот он, не стрелять. Я вижу 8 у КПП. А с тем, что на вышке будет, сначала снимите его. Вышка справа. Нет, большая вышка справа. Ну-ка. Большая вышка справа. Радиовышка справа. Понял. У нас тут трое на контроле вышки слева. Снимем их вместе. Киган справа, мой слева, Логан в центре. Сплэш 3. Кончаем остальных. Всем выбрать цель. Вперед. Идем. Очень даже хорошо сделано. Прикрывает Кигана. И уберите труп, мне его отсюда видно. Кэш с тыла прикрывает меня. Кик, Редбёрд у нас. Где патруль? Они прошли внешний периметр, направляются к вам. Давай. Патруль приближается. Шоу начинается. Надеюсь, форма сработает. Так, а что у нас там? Зачистить КПП. Ты меня пустишь, нет? Пропустите БТР. Черт, Логан! А, труп надо было убрать. Труп задание надо... Отменяется. Задание отменяется. Труп-то надо было убрать, вот что. Идем. Логан слева прикрывает Кигана. И уберите труп, мне его отсюда видно. Кэш с тыла прикрывает меня. Кик, Редбёрд у нас. Где патруль? Все понятно. Вот. Они прошли внешний периметр, направляются к вам. Ну давай. Патруль приближается. Шоу начинается. Надеюсь, форма сработает. Вон он, патруль. Пропустите БТР. Конечно. Против БТР-то нам куда? Тягаться-то. Логан, возьми водителя. Идентификацион. Выдвигайтесь. На. Все, отлично. Чисто, быть в зеленой зоне через 30 секунд. Меня там возьмите. Пакет. Все на месте, поехали. Жми на газ. Расходимся и не палите почем зря, как свет вырубится. Кэш, взламывай их систему, как доберемся до пункта охраны. Принял. И едем в деревню, к деду.
На побудку к бабке. Машина захвачена, готовы выдвигаться к блокировке. Вас понял. Блэкфорд молчит. Вам предстоит десантирование в целью получения данных. Просто. Входим в Блэкберн. Входим. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Давайте. Полминутки осталось. Сделать морду кирпичом, такой, якобы пися важная. И идти. Меня остановите, нет? Кто-то в беретах, кто-то нет. 15 секунд. Блин, быстрее ты не двигаешься. Куда устанавливать-то? Это не мне, нет? Я здесь. После подключения мы услышим и увидим все. Ни хрена не видно. Начинаю статическую проверку. И есть сигнал. Есть. Движение впереди. Чисто. Дик, мы в зеленой зоне. Готовим Виктора. Давайте. Секунд до восстановления питания. Гидроизоляция нам ни к чему. Получилось? Курите здесь. Сработало? Там задняя пластина, глубоко не сверлите. Давай. Я смогу. Довольно. Гидроизоляция нам ни к чему. А как не надо? Там задняя пластина, глубоко не сверлите. Сколько надо-то? Так. Переходим ко второй. 20 секунд. Бля, а что вы-то не делаете этой штукой ни хрена? Ваш выход локон. Довольно. Гидроизоляция отключена. Заряд активирован. Поджигайте термит. Назад, назад. Да, отошел, отошел. Да. Взрывай. Ну? Передняя дверь открыта. До гнезда 4 минуты. Стой по готовности. Глаза и уши активированы. Подключаю вас. Босс, к вам направляется целая толпа. Так. Не вижу. Так, нам правильно хоть бежим. Блин. Гражданский тим. Глаза и уши активированы, подключаю вас. Вот к вам направляется целая толпа. Спокойненько, спокойненько.
Нет. Хорошо. Минутку. Где? Не отставать. Надо пошевеливаться. Впереди все чисто. Живей, живей. Чуть по тебе не стал стрелять. Давай. Переключаюсь на южный коридор. К нам направляются цели. Выходим из зеленки. Двигаем по шоссе к гнезду. Смотрите. Вижу минимальную активность на шоссе. Высотища-то какая. Кто так строит? Кто так строит? И вниз его, давай. Так там невысоко для него-то. Противники скапливаются в ротонде. Не спешим. Не спешим. Стоп. О, эль капитан Гонсалес. Я в ене осяки. Открываю огонь. Не отставать, парни. А нам куда? За ними? Шевелитесь, пока сюда вся база не прибежала. Давай. Продвигайтесь, продвигайтесь, ребятки. Почти у цели. Где, кто где? Все чисто, я один воевал тут, все чисто вам. Сверка часов. Все отлично, вы идете по расписанию. Блин. Какого ты там оказался? Сверка часов. Все отлично, вы идете по расписанию. Нет, не сюда. Дик, мы вошли в гнездо. Подготовка к передаче. Все сбрасывайте мешки на платформу управления. Давай. Мой мешок не забудьте на платформу управления положить. Бросайте мешок сюда на стол. Кэш, приступай к компьютерному банку. На загрузку нужно 2.5 минуты. Вас понял. Мы вас прикроем. Так. Хватайте мины из мешков. Они пойдут за нами по главному складу. Даже не знаю, где у вас тут. 30 секунд на подготовку обороны. О. Кэш, ты нашел данные по ракете? О, да, все здесь. Параметры, конструкция, применение. Понятно. Цели приближаются по главному склону.
Сейчас. На. 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 Тихо. На. На. Так. На. На. Так. На. 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 Блин. С самого начала, да? Хватайте мины из мешков! Они пойдут за нами по главному входу. Примерно 30 секунд на подготовку обороны. Ой-ой-ой. Конечно, ты нашел данные в ракете? О, да, все здесь. Параметры, конструкция, применение. Подождите. Подождите. Назад, Логан. Так, нормально. Давай, хрен вы сюда пойдете. Вот так. Блин. Почему я не могу взять их? Блин. Как так-то? Хватайте мины из мешков. Вроде все так хорошо начиналось. Обороны. Кажется, нашел данные в ракете? О, да, все здесь.
Параметры, конструкция, применение. Тихо. Дышимся. Так. Я слушаю цель, уничтожь. Подожди. Выйти из тумана. Бросайте дым. Сейчас все сделаем. Бежим. Не хватало еще. На гранате, на последний. Мы перекрутили переговоры на резервных частотах. Они скоро будут рядом с вами. Идем. 7 часов 23:56. Есть. Выходим тем же путем, что вошли. Оружие держите наготове. Смешиваемся с толпой. Нога, помогите. Ромай. Не стрелять, если не хотите прорываться с боем. Погнали. Давай. Помогите нам. Давай. Они начинают собирать своих людей. Мы все видим. Я советую вам поторопиться. Ничего не скажу, что свалим с поля боя. Давай, Хофе. Мы только что ослепли. Завод у них. Ты кого подобрал? Enseguida la atiendo un médico. Вот так. Помог. Ой.
Собакин на нас. Ты на нас, Собакин? На кого ты там? Давай, давай. Проходим, проходим. Смысл в металлодетекторе, если военная база все с оружием гоняют? Быстрее внутрь. Отойдите. Пустите. Разрешите. Валим отсюда, давайте. Поехали. Без моего сигнала не стрелять. Данные, что мы захватили, содержат оценку потерь. Оценка потерь? В городах. По всей территории США. Толедо, Лексингтон, Чикаго. Кик, мы покидаем базу. Удачи, парни. Не отставать, транспорт будет через 2 минуты. На этой базе вот эти опорные колонки, бы еще колонны. Все по плану. Стойте, но будьте наготове. Pasa ahí? El mando nos asignó al perímetro. No tenemos tiempo para esto. Paren el motor. Quítense las máscaras. Quítense las máscaras. Ага, маски с ними. Сейчас мы сняли. Логан, кто это? Вражеские грузовики понизу, справа. Уничтожить их. Так. Газ, уходи с дороги. Где? На. Вон попадешь еще. Конечно, пойду. По реке, да? Удивляем. Да. Скрываем лед раньше времени. Так. Нептун, мы в пункте эвакуации. Прием. Да, моя. Вот это, понимаю, эвакуация. Все обосрались. Чтобы отвлечь их внимание, атаковав платформу «Атлас» в самом центре пролива Дрейка. Это далеко за границей. Зачем захватывать эту цель сейчас? «Атлас» дает достаточно топлива. Федерации хватит на долгие годы. И я не хочу, чтобы вы захватывали «Атлас». Уничтожение. Подобите его. Уничтожение. Мы на месте. Давай. «Атлас» пал. Патрульные приближаются. Приближается последний патруль. Вас понял. Это что, все? Это на чем? Это что за жук у меня какой-то? Вас понял. Тут фулл хаус. Увидимся наверху. Логан, тяни камеру. Поехали. Тяни камеру. Из трубы какой-то. Понятно. Заряды установлены, все готово. Пора представиться. Давай. Бумк. Убери их. Бум, барабун. А нас-то ничего бы глухануло бы здесь в воде бы. В кого вы стреляете? Все чисто, вперед. Я вообще сомневаюсь, что оружие подобное должно стрелять. Особенно американское.
Поднимайте баллоны наверх. Давай. Как я не замерз в этой воде? Даже в дерьмо костюме. Наш город, он всегда был нашим. Так, второе, что у меня? Оружие. Да. Получи. Так. У меня есть хороший мощный пулемет. Давайте. Пока без меня. Ну давай, куда? Веди нас, вождь. Шевелись, у нас мало времени. Вождь. Вождь. И вперед. Поехали. Ждем сигнала. Шаг первый. Отключить регуляторы давления. Шаг второй. Перегрузить систему пожаротушения и взорвать все к чертям. Внимание. Огонь по усмотрению. И ты, ну что, со всем снаряжением? Почему столько тросов у каждого свой? Что, думали, что только один дойдет, что ли? Что за мощные организации такие, у которых есть корабли, самолеты и тому подобное? Да. Все. Сейчас, подождите, перезаряжусь и продолжу наше путешествие. Стоп. А где вы? Да. Не отступаю, погнали. Все чисто. На вторую палубу. Давай, 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 давай. Погнали. Гоним, значит. Зет-лента. Вас понял, ставлю заряды. О, Зет, смотрите. Зет. Спецоперация, значит. Давай. Регуляторы давления впереди. Пошли. Внимание, Хэш, по сигналу. Пошли. Летите в оба. Чисто, вперед. Все чисто, пошли. Контакт! Молодец, Хэш. В коридоре чисто, идем. Кто-то наверняка это услышал. Че они тут спят? Че едят? Логан, пора установить заряд на дверь. На. Ложись! Двери выбиты, световую!
Эти не стреляют! Так, уничтожен! Ну, 11 часов. Неплохо, да, я сделал? Спокойно. Все чисто? Еле успели. Что-то прицел какой-то неприцельный. Регуляторы давления здесь. Давай. Пойдем. Осторожней. Старший нам нужен живым. Опять. Давайте. Перекрывайся. Ага. Нет, не надо, тут все взорвется. Стой! Давай. Что, мы потушили что-то или что? Какой-то сбой сделали. Сейчас тут станет очень жарко. Вас понял, все чисто. Так, пора подниматься. Смотреть в оба. Без команды не стрелять. Пробиться к командному пункту. Блин, а все так хорошо пошло. Последние патроны на пулемете и сменим оружие. Ждите. Давай, вот такие теперь пошмаляем. Ну не видно же ни хрена, задыхаемся. А точно знаю, что один сюда убежал. Мэрик, мы на станции, ждем целей. Понял. Лежит. Ты нас спасаешь? Центр управления послушай, быстрее. Давай. Блин, а все так неплохо начиналось. Вот он, который меня завалил. Где он? Если видишь, так стреляй по нему. Тихо, тихо, кто по мне стреляет?
балконе! На балконе чисто! Можно атаковать! Вас понял! Диган, поджигай! Кто там? Диган, мы отключим пожарную сигнализацию. Бобер, контролируй давление воды. Давай. Перегружай насосы. Так. Перезарядим. Убери труп с консоли. Пора с этим кончать. Что там? Что там? Где подбирать разбор? Так. Логан, удерживай в зеленой зоне! Держи давление, иначе мы потонем вместе с этой штуковиной. Поехали. Главное не допускать. Все понятно. Красную зону. Скоро все закончится. Готов. Держи давление. Сумели? Да, мне с пулеметом тут бежать. Вас понял, будем так низко, насколько возможно. Господи, почему все так не продумано? Прошевелись. Шевелись. Вот так. Успели. Все успели. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Пока я летаю на вертолете. Красиво бабахнуло. Ну?